Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Хочу с вами поделиться простым и вкусным рецептом пирожных тирамису. Особенно они вкусны с кофе. Для рецепта нам понадобится печенье савоярди. Печенье измельчаем в блендере. Далее к печенью добавляем остывший кофе. Кофе завариваем заранее, чтобы оно остыло. Далее готовим крем. К сыру маскарпоне добавляем творожный сыр, сахарную пудру по вкусу и все перемешиваем. Крем лучше добавлять порционно, в итоге у вас должна получиться плотная эластичная масса. Из полученной массы формируем пирожные размером грецкий орех. Пирожные обваливаем в какао и ставим минимум на полчаса в холодильник. Затем подаем к столу. Приятного аппетита!